Третья стратегическая сессия для молодежи прошла в республике. Встреча состоялась при поддержке Минтруда Дагестана в рамках проекта «Формула успеха». Он создан для реализации кадрового потенциала региона. На этот раз представители Каспийска, Махачкалы, Буйнакска, Кизельюрта, а также Буйнакского, Кизельюртовского и Кумтаркалинского районов встретились в Каспийске. Специалисты рассказали ребятам о существовании различных федеральных и республиканских программ. Это, по мнению организаторов, поможет увеличить конкурентоспособность нашей молодежи на рынке труда. Министерство труда и социального развития Республики Дагестан разработало проект, приоритетный проект развития республики, формула успеха, которая вошла в приоритетный проект развития республики «Человеческий капитал». Цель данного проекта является сформировать кадровый потенциал молодежи нашей республики через реализацию федеральных, региональных проектов, которые несут в себе основу государственности, которые получили поддержку президента Российской Федерации, у главы Республики Дагестан Рамазана Кадыровича Дулатипова. Уже после работы стратегической сессии продолжилась по секциям. Так, на площадке World Skills Russia ребятам рассказали о потребности Дагестана в квалифицированных кадрах, а также о развитии престижа рабочих профессий. Говорили также о проблемах сельской молодежи и о перспективах развития. Участников сессии ознакомили с проектами и грантами, которые есть в республике. Добавлю, такие встречи с молодежью стали уже традиционными. Так, недавно сессия прошла в Дербенте и Кизляре, и уже в июле она состоится в селении Гунип.